Виртушата – канал, который любят все дети. Смотрите в этом выпуске. Конструктор Бауэр. Открываем, собираем, играем. Самый детский канал Виртушата. Привет! Вы на канале Виртушата Онлайн. Сегодня в нашем выпуске конструктор Бауэр. Распаковываем, собираем, играем. Открываем. Набор веселой горки. Ну что ж, приступим к распаковке. Рассмотрим коробку. Как всегда, плотный картон, красочное оформление. Набор веселой горки. Здесь 21 деталь. Вот такие вот, вот такая вот горка тут представлена. Сбоку примерно то же самое. Сзади. Вот можно вот такую вот горку построить. Вот такие вот есть варианты. Но, в принципе, ее можно собрать, как ты хочешь. Количество деталей обозначено на коробке. Вот такие вот там были детальки. Вот такая вот длинная труба. Два получается входа для шариков. Две детали, чтобы они вот так. Не две. Три детали, чтобы они вот так вот стояли в трубе. Больше. Пять деталей. Вот такая вот труба, чтобы они с другой, с одного места могли перейти в другое. И шарика два. Два шарика и вот эта вот штука получается как мельница. Вау! Еще три вот таких вот, как они называются? Еще три вот таких вот. И вон последний. Давайте сравним. Все ли детали в упаковке? 8 вот таких вот одинарных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот и последняя затеряшка. Восьмая. И это тоже правильно. Одна такая. Да. А дальше у нас один финиш. Вот он. Вот такая вот мельница. Вот она. Два шарика. Они в упаковке вон два. Получается четыре этих. Да, это правильно. И все. Да, ребята. Все, упаковки. Вот угловые. Вот они. Три угловые. Весь комплект в сборе. В коробке присутствуют все элементы. В принципе, всегда, когда мы покупали комплект Бауэр, все детали были на месте или вообще были лишние запасные детали. Собираем. Давайте соберем вот такую горку. Да, действительно. Давайте соберем первую горку по этому эскизу. Давайте приступим. Так, Василиса, можешь мне, пожалуйста, дать голубую? Угу. Вот так. Вот первая. Теперь можно мне три зеленых. Спасибо тебе большое.
вторая. Вот и третья. Так, дальше нам нужна еще одна синяя. Вот сюда вот она пойдет. Вау! И красная наверху. Соберем вторую. Вот эту колонну. Так, вот. Можно мне, пожалуйста, три зеленых? Теперь мне нужна желтая. Вот так. Собираем третью и четвертую колонны. Я вообще какая-то старая. Ну, получается, как-то так это все должно. И две вот таких. Две зеленых. Правильно. Давай. Я не беру себе уху. Спасибо. Ну что ж, мы собрали. Чего-то тут не хватает. А, точно, мельницы. А вот она. Ха, да, нет. Давай, помогу. Все у меня. Вставляем верхний элемент. Ну и два вот таких вот шарика-шалунишки. Играем. Судя по всему, шарики мы можем запускать только вот сюда, вот в эту воронку. Приступим к испытанию. Запускаем! На, держи синий. Давай, запускай. Вау! Теперь мой шарик. Да, я его крути. Теперь запускаем два шарика одновременно. На перегонки. Раз, два, три. А! Мой. Давайте попробуем свою губку сделать. Соберем свою горку. Я бы хотела, чтобы были две вот таких штуки. Это моя. Так. Вот так у меня будет. Эй!
знаете, что у меня получилось? Надо попробовать. Давай, раз, два, три. Это мой миллион. Ура, мой. Как вы видите, можно собрать любую горку. Как с подставкой, как без. Поэтому пробуйте свое. И каждую свою горку можно тут опробовать. Это мой синий. Побеждает. Мой синий. Допускаем. Очень интересно наблюдать, куда же покатится шарик. Можно вот так. И смотри, как можно. Вот так. Так это обычная горка. И что такое? И вот так. В общем, набор от Бауэр веселой горки действительно веселый. Проявите свою фантазию, собирайте все, что вы хотите. Набор действительно класс. Самый детский канал Виртушата. Лайк на наше видео и подписывайтесь на наш канал. Красная кнопочка подписаться в описании. Виртушата – канал, который любят все дети.